получился круг воронка женской силы. И запах дорогого парфюма. Конечно, я удачно совместила все эти масла. Реально. Не могу вспомнить, лютановские какие-то, такие немножко текучие, амбровые получаются. А, здесь у меня еще есть мира, ладан и ут. Ну, в общем, я просто взяла многие парфюмерные масла для женственности и богатства, такого ароматовой чувственности и эфирного тела. И вот оно здесь все сияет. Энергетически. Случайно затушу. А там где-то вот в чистке, там же еще были в этой, где 16 трав, там было два вида тополя и ветки тополя. Он так славно прогорело, что я даже не заметила. Тут сияние красивое. Камень весь в воске и аромамаслах, и от него очень сильно пахнет.